Люди этих нужных профессий делают нашу жизнь уютной и комфортной. Невозможно даже представить современный мир без развитой торговли, качественного бытового обслуживания и надежно работающего жилищно-коммунального комплекса. И преданные своему делу профессионалы, которые работают в этих отраслях, заслуживают самых добрых слов. Сфера бытового обслуживания населения в настоящее время – это не только очень важная, но и быстро растущая отрасль, которая помогает людям получать необходимые услуги и поддерживает, особенно на местах, развитие экономики. По всему району открываются новые предприятия общественного питания, предлагают свои услуги мастерские и ателье, и работают там, как и в жилищно-коммунальном хозяйстве, настоящие профессионалы. На торжественный прием к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены лучшие представители трудовых коллективов. Конечно же, ваша профессия очень важная. Спасибо, что вы этим занимаетесь. Для многих из вас, как я уже сказал, это стало судьбой. Профессия очень важная. Я уверен, что вы их любите, раз посвятили этому много-много лет. Поэтому с праздником, конечно же, всем спасибо, всем мира, добра, благополучия. И пусть благодаря вашему труду наш город процветает, потому что каждый из нас, район наш процветает, каждый из нас вкладывает частичку себя, частичку своих знаний, своего труда. Председатель Совета Славянского района присоединился к поздравлениям главы района и пожелал собравшимся и членам их коллективов успехов в труде, здоровья и благополучия. Вы вот снимаете социальную напряженность в обществе. И вот в Славянском районе, слава Богу, вот так сложилось, у нас все хорошо, все отлажены, все работают, и чистый город, и электроэнергия, у нас есть тесное взаимодействие. Благодаря кому? Благодаря вам. Действительно, вот вы люди-труженики. И я уверен, что вот вам не грозит никакая оптимизация, вас никогда не уволят с работы, потому что у вас в руках, вот как сказал Роман Иванович, ремесло. Затем была озвучена информация о каждом пришедшем на торжественный прием. И действительно, эти профессионалы достойно представляют свои отрасли. Валентина Ковтун за годы работы обучила парикмахерскому мастерству более 70 человек. Она очень любит свою работу и творчески к ней относится. Я люблю свою профессию, работаю уже 39 лет. Очень обожаю свою работу. Общаюсь с людьми всегда, со всеми общаюсь, всем рада. Очень много постоянных клиентов, которые ходят к нам десятилетиями. Сами приходили, привозили своих детей. Сейчас дети подросли, приводят своих детей, уже считайте, внуков. Поэтому у нас очень много клиентов своих, постоянных, которые десятилетиями к нам ходят. Мы очень рады их обслуживать и очень их любим. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь профессионального праздника все приглашенные были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. В числе награжденных был и Виктор Носов, один из немногих славянских мастеров, оказывающий услуги по индивидуальному пошиву обуви и делающий это мастерски. Заканчивал мореходку, много работал в море. С 90-х годов пришлось заняться этим. Мне понравилось, и я остался в этой стезе. Люди, которые не в состоянии просто себе купить обувь в силу того, что невозможно подобрать, то подъем, то подагра, то еще, мало ли что, то после травм каких-нибудь. Единственный вариант, чтобы пошить обувь на заказ. Вот так вот. Пользуется спросом пока еще. Работа в сфере бытового обслуживания требует самоотдачи, специальных знаний, способности находить контакт с людьми. Мастерство и любовь к своему делу вместе с большим опытом и ответственностью зачастую делают этих специалистов незаменимыми на своем рабочем месте. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».